Евросоюз и Япония должны как можно скорее заключить соглашение о зоне свободной торговли. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Ганновере. Здесь в воскресенье начала работу CeBIT, крупнейшая в мире международная выставка, посвященная информационным и телекоммуникационным технологиям. Японию же выбрали страной-партнером мероприятия. Мы должны проявить солидарность. Вот почему я призвал заключить экономическое партнерское соглашение между Японией и ЕС как можно скорее. Это мой искренний призыв. Премьер-министр также отметил важность инноваций. Есть только три вещи, которые имеют большое значение для будущего Германии, Европы и Японии. Во-первых, инновации. Во-вторых, инновации. И в-третьих, инновации. Не забывайте, что Германия и Япония, несмотря на отсутствие больших залежей природных ископаемых, показали впечатляющий рост. Вместе с Абэ посетила мероприятие и канцлер Германии Ангела Меркель. Она тоже подчеркнула важность свободной торговли. Мы хотим открытия наших рынков, честной торговли. Мы, без сомнения, не хотим никаких барьеров. Во времена интернета вещей мы хотим соединить наше общество и позволить им взаимодействовать друг с другом честно. Для посетителей выставка открывается в понедельник. За 5 дней работы ее посетят около 200 тысяч человек.